Он появился на церемонии вручения премии «Аванс». 70-летний телеведущий Юрий Николаев впервые появился на публике после обморока. В минувшую пятницу, 19 апреля, знаменитость посетила торжественную церемонию вручения премии «Аванс», организованную журналом «Кинорепортер». На мероприятии были отмечены достижения лучших российских артистов. Поскольку церемония предусматривала белый дресс-код, Юрий Александрович появился на людях в светлом пиджаке. Он приветливо улыбался и фотографировался со всеми желающими. Как отмечает издание StarHit, на лице у телеведущего не было следов гематом. Как сообщали СМИ, около месяца назад Юрий Николаев был экстренно госпитализирован после внезапного обморока. У мужчины диагностировали сотрясение мозга и несколько ушибов на лице. Оказалось, что Николаев страдает от синкопального состояния, это означает, что он может потерять сознание в любой момент. Причиной страшного диагноза стали серьезные проблемы с сосудами головного мозга. Журналисты также напоминают, что около 15 лет назад у телеведущего обнаружили рак кишечника. Это было связано, в том числе, с наследственной предрасположенностью. Мать Юрия Александровича ушла именно из-за онкологии. Теперь Николаев вынужден постоянно проверяться у врачей, чтобы не допустить обострения.